вообще каждый должен заниматься своим делом. Коля столярничает, кабельщик работает с кабелем, корреспондент брать интервью. Нет, не готов. Ну как, ну это уже? Да нет, конечно. Но если у нас нет ближайшего магазина? Нет, у нас есть, у нас есть. У нас нету? Да, у нас нету. Илья Анисимов подведет итоги второго периода. Дмитрий, после того, как... Ой, господи, извините, да. Вот там лужу из прогорода отправить, вон там. Праздник ведь, что лужи-то снимать? Праздник. Да, блядь, не пройти, ты понимаешь, или нет, олух молодой. Чего? В честь праздника можно это обойти, а вот уже... Куда обойти, где дорога? После праздника уже можно и вернуться к этой теме. Ты не ладно у тебя с головой что-то не в порядке. Ну уже сейчас как бы небольшая вражда, у меня олухом обозвали, я уже обиделся. Ну и хуй с ним. Леонид Викторович, не могу не спросить вас о впечатлении, об эмоции, конечно. Ну супер, эмоции вообще класс. Если такой будет, таких много будет. Ну после победы, или... Нападающий автомобилист Федор Малыхин, автор первого гола. Я не Федор. Федор, все-таки скажите, вот как удалось реализовать столь удачный бросок? Я понимаю, в связке вот вас трое. Я Андрей Антон. Ан. Как будет вообще украшать, знаете? Украшать. Елки нарядили, блядь, вообще елки. Все. Ну ты сам видел елки-то, чувак, у тебя нехорошо украшены, что ли? Так, блядь, эти украшения вешали 20 лет назад. Блядь, эти флажочки рёбаные, блядь, украсили их, город называется. А вот эту елку ты видел? Где они верхушка? Верхушки вообще нет. Подарили жителям предновогоднее настроение сегодня в нашем городе. На площади перед Дворцом культуры и спорта Бийского оленого завода установили елку. Красная елка, настроение хорошее новогоднее. Катя, все, Катя, так я живу, хуй весь наедаю. Елочка мне нравится, елочка, блядь, мне нравится. Больно все приехали, подарили мне. Ну, кто любил, смеются. Ну нет, вот тебе соль, теперь вы можете солью доедать. I just want to briefly talk about that game with Astralis. That was such a close game. What were you focusing on coming into this? Хорошо, ты хочешь правду? Путин, знаешь кто? Кто? Путин. Ну, не буду говорить. Здравствуйте, товарищ Маша. Здравствуйте. Рассказывай. Меня Володя зовут. Володя. Володя. Мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё. Расскажи, блядь. Мы даже лица вашего не пока. Володя, как вы? Володя, сколько вас попискакую? Володенька. Когда-нибудь вы следитесь, Володя. Нет, я не хочу. Володя. Я не хочу. Володя. Не хочу, ты Володя. Нам нужно интервью, Володя. Нет. Просто. Нет. Один вопрос и все, Володя. Да нет, ё-моё, нет, это самый кэрис. Володя. Нет, когда мне? Бегите, Володя. Да нет, я не думаю. Чем Ксения Собчак отличается от Путаны? Чем же? Смотри, Путана соглашается все, если ей дать деньги, а Собчак, если отобрать. Ну зачем ты так со мной, я не понимаю. Ну то, что не вошло, это ужасная шутка, да, я понимаю. Ты расстроилась? Ну, я реально не понимаю, мне кажется, у нас хороший интервью был, Саша. Ну подожди, ну не плачь только, подожди. Ну это то, что не вошло, мы же это не говорили. Ну просто зачем ты это делаешь, я реально не понимаю. Подожди. I think that happened yesterday, just speaking to this match, we didn't see that at all, so has that been something the team's been working on? Здравствуйте, можно вопрос? Я журналист, опрос проводим. Как вы Януковича первый год оцениваете? Это чтоб он пидорас сдох нахуй. Вот так запиши, чтоб написал. Согласна с тем, что женщина это священный сосуд? Первый раз слушаю. Ну что, сосуд, да? Дядя Пресси, дядя Пресси, Пресси, дядя Тона, скажи, поел горбачок всего. Да, не пробовал, не пробовал. Вкуснятина? Ну, типично, не нравится вам. Хорошая. Она отбирается, значит, чем понравилось? Есть какой-то баланс? Что вы думаете о словах Путина в среднем классе? Я вообще не только маньяк слушаю. Маньяк? Да, я не маньяк, но иногда. Дмитрий Пищухин, это Ленинград, и Евгений Попов, самое сердце Москвы. Les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je vais montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Мой блестящий отбивает Кэрри Прайс, это я думаю неудивительно, у него опыта больше. Что? У него же опыта больше, а не то, что... А, да, он уже второй год в национальной хоккейной лиге, да. Действительно, он опытный игрок. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы придерживались? С самого начала, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все. Ты к компьютерным играм как относишься? Хорошо, они мне нравятся, мне сестра сегодня даст. Дело тоже тесли. Конечно, я бывал в России. Нет, вижу, я ядерный срыв делил на ноль, посетил Марс, уж такое, мне и подавно по плечу. Ничего себе, вы, наверное, и в Якутии зиму бывали. Я же по-вашему. Похож на психа. Здравствуйте. Как вас зовут? Ой, забыл. Ну, так бывает. Давайте я буду звать вас Панасоник. Очень модно пиджаки с какими-то details. Брюки модно, капри пенс модно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Давайте поставим вопрос любому. Нужны ли Владимиру Путину драконы? Я думаю, что он с рабами прекрасно обходится. Что вы можете сказать о нынешней экологической ситуации на Волге? С помощью чего ты сделал себе такой большой лошадь использовал? Ну, ладно, спасибо. Продолжи фразу. Секс-тире, это как? Апокалипсис. Почему? Потому что его еще не было. Скажите, пожалуйста, а что это было за растение? Ромашки для Наташи. Вы храните миллиарды друзей Путина, и от этого получаете себе сырок на ваше блюдце. Все, вы больше никому не нужны, понимаете? Сейчас пост, я сейчас вернусь. Вот чего, блядь, ёбаный мяс. Ой, блядь, ребята, вы меня расстроили охуенно просто. Идите вы, сбоку. Спасибо. Это ваше личное молоко. Да, нет, не моё, коробка. Мы видим, что некоторые уже начали зимнюю рыбалку. Скажите, а вам не страшно там сидеть? Не страшно. Сейчас приятно? Нет, ну вообще неприятно. Неприятно. Почему? Потому что гей. И что? Ну так возможно. Возможно что? Сидеть с геем. Ну ты как-то сидишь же. Не считаешь, что ты, что люди, возможно, сильно фокусируются на твоей внешности и не замечают просто, что ты дерьмовый актер. Это перемена мест словами суммы меняется. Меняется, конечно. No, God! No! Момент, трибулинатор заброшенной шайбы, Амир, как тебе получилось забросить? Помнишь этот момент? Да. Очень рад, что вы меня сюда позвали. Очень жаль, что я пришел сегодня к вам на передачу. Очень жаль. У вас я уже пришел, то я здесь, к сожалению. Я уже это видел, но есть такие понятия преобразования. Ты долго будешь говорить? Я долго. Нет, у меня рука уже болит. Все, пошел, тебе не матери. Иди нахуй.